Всем привет! В Мин-Сити 100 лет не была. Давайте посмотрим, что тут есть, на что сейчас скидки идут. Что тут интересное? Вот Мин-Сити. В магазинах пусто. Должны быть, по идее, на куртки, на пальто хоть какие-то скидки. Такое синее, такое фиолетовое. Мне вот не очень нравится, когда вот куртка одного цвета, а молния вот такая блестящая. Уж лучше тогда вот такая под цвет, чтобы шла. Цену не вижу, ребят. А вот они висят такие, еще посмотрим. 6600. Что такое пальто 6600 стоит. А вот такие штучки я люблю. Даже когда есть короткий рукавчик, ворот закрыт. Тут даже есть короткий рукав. Очень люблю такие штучки, в общем. Штанишки по 1000 рублей. Такие курточки. Тоже должно быть все со скидками уже. Нет. 6000 стоит. А, они разные. Вот это... А это 4300 стоит. Там что тут еще? О, Король и Шут. Даже сумки Король и Шут. Носки, толстовки, глядите-ка. Чего только нету. Это футболки, что ли? Ага. С коротким рукавом. Сколько же такая интересно стоит? Две 400. Офигеть. Тут еще что? Какой-то ежик в тумане. Вон, смотрите. Вот он. Мультик такой, помните? Ну, шубки, как везде, сейчас вот эти искусственные продаются. Только единственное, что они везде очень разного качества. Вот этот прям вот мягенькая, хорошенькая. 5600 стоит. Отличная. Почему их только без капюшонов делают? Магазин, смотрите, пустой вообще. Вот еще такая тоже длинная искусственная шубка. Короткая такая. Но они вот все без капюшона. Пуховики. Вот. Она прям выделяется, вот эта вот молния блестючая. Хотя бы ее закрытой делали бы. 7600 стоит. Толстовочки. Ну, такое, как, не знаю, везде все такое одинаковое сейчас. Вот эти пальто везде все одинаковые, балахонистые. Вот оно висит, например. Сейчас модно это все оверсайз. Но оно прям тонкое. 6000 стоит. А мальчиков что-то на мальчиков вообще ничего не вижу. Одно девчачье, что ли? Мишка. Тоже костюмы можно, видите, подбирать сразу. Такая куртка. У меня типа такой была. Только она мягкая. Очень мягкая. Сейчас достану ценник. 4000. Куртка такая стоит. Но я думаю, она невесомая. Она очень мягкая. Здесь уже нижнее белье пошло везде. Тут кофточки. Яркая. Это вот такую синюю мерила. Но не купила. Там тоже. Тут все везде девчачье дальше. Я вообще не знаю, где тут на мальчиков что есть. Только смотри, блестючие.
Ну, типа такого у меня был на Новый год, только у меня была мелкая блёстка. Но все вообще сыпалось просто катастрофически. Так что вот такой магазин. Вот тоже блестючки. Везде блестючки в этом году. 4000 платьюшка.